Вы смотрите главные новости, мы продолжаем. Волонтеры помогают одиноким пожилым людям в Петропавловске. Они очищают их дворы от снега. Сейчас добровольцы эту работу усилили и призывают всех неравнодушных помочь пенсионерам справиться с капризами природы. Снег мы выносим за территорию дома и подальше, чтобы в случае чего, если весной будет потоп, чтобы не затопило. Волонтеры – частые гости в доме Любови Жабиной. Пенсионерке 87. Одной справляться с делами в частном доме тяжело, особенно в непогоду. Добровольцы никогда не оставляют пожилую женщину без заботы и внимания. Дважды затапливало полностью все. Опять ребята приходили, волонтеры, выгребали эту грязь. Благодаря им я живу. Большое-большое им спасибо за их добрые сердца. Как засыпет меня снегом, дорожки нету, так прошу. Как вот дрова заканчиваются в сенках, опять прошу. Это не все дела на сегодня. Вооружившись лопатами, волонтерам предстоит отправиться еще по нескольким адресам. Поддержать не только одиноких стариков, но и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. На базе молодежного ресурсного центра насчитывается около 300 активистов. По городу у нас очень много бабушек, дедушек, одиноко проживающих. Мы с ребятами распределяемся, стараемся в день охватить по 2-3 бабушки. Продукты, лекарства, все то, что они просят. Сейчас пока не так много снега. Как выпадет, мы стараемся сразу чистить его. Поддерживают престарелых и нуждающихся добровольцы круглый год, ведь помощь может понадобиться в любой момент. Волонтеры призывают остальных присоединиться к доброму жесту. Зайра Джакупова, Сергей Шут, Петропавловск, Первый канал Евразия.